Последние несколько лет один из древнейших символов иудаизма – большой светильник – появляется и в Сочи у Зимнего театра. В этом году он простоит на Театральной площади с 16 по 24 декабря. Торжественная церемония зажигания миноры состоится 21 декабря с 15 до 18 часов. Согласно Библии, золотой семисвечник находился в Иерусалиме вплоть до разрушения второго храма. В настоящее время изображение миноры – наиболее распространенная национальная и религиозная иудейская эмблема. Она изображена и на гербе Израиля. Минора – это символ свободы, веры. Это символ свет, который победит тьма. Свечка, которую мы сжигаем, это каждый сжигает свою свечку в сердце, в душе. Он исправляет свою свечку, сжигает свою свечку, через это он сжигает и освещает весь мир.